Дьявол тебя искушает. У него работа такая. Но в конце концов ты поймешь, кто ты и что ты, и зачем ты живешь. Ос! 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 Щет! Ос! 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 Вперед! Вышла оттуда. Да? Ровненько были. Они сейчас ровненько, у тебя локоть. И кулаки тоже ровненько должны быть, горизонтально. Движение сбоку было раз, ввалил туда, бац, такое как бы, выдерни или сюда поставь. Раз сюда, раз, встал, перешел сверху, раз, поставил, раз, остальное не двигается, коленки не двигаются, стопы не подключиваются как удобно, кулак не двигается, локоть не двигается, плечо не поднимается. Длина есть, такая, раз. Рок-н-ролл! Рука такая, короче. У нас все хорошо. Yeah. У нас есть выше. Вот так вот. Держи. Стоп, стопы сюда. И вот с этого положи. И сверху. Ага. Еще раз. Вот он сверху. И нет. Сам. Вот он. По прямой здесь он должен идти у нас. Вот так вот. Ровненько. И потом, да, потому что здесь ты должна захватить удар, прямо подхвати там, раз, отпускай, нет, не уходи, а здесь лицо, так что видно было. То есть поздно начало, вот здесь вот начать надо. Ты здесь должен чуть такое ускорение захватить, вот это захватить, раз. Прошло, поставила, сделала, сверху, сделала, с плечами здесь, чтобы кисть не отгибалась, то есть она ровненькая здесь, сотовкой, сделала, раз замах, то есть это сюда вперед, а это сюда, и противодействие, пальцы не раскидывать, и с блоком. Средний, ты думал какую-то фигню. Ну это ты стоишь тут такая, стоишь, угадайте как бы. Так, все назад, такая у нас такая, кроме Айсель такая. Да. Блин. Айсель тут такая, и такой, это мысли твои вслух будут. Кстати, я вроде не прокнул ушей. Не успел доделать, смонтировать. Пора еще песен стоит. Симпани рей. Ос. 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 Так. Ну что, приступим. Поставились. Кидай, Константин, дайте. И...
Ты. Ще. Молодцы. Под 45. Ручки согнуты. Под 45. Под 45. Тихонката. Восьмой крюк. Мугурый. Три раза хаджа. Ос. 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 Ще. Когда мы скручивание делаем, сзади на носочке, это мы вчера вот очень много уделяли этому вниманию, чтобы по счетам не делать, надо вот эти моменты обозначать. Хорошо? Ос. Бугурей, два раза, хорошо. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Чуть-чуть не скручивало, но мы это сейчас походим. В кибердате с помощью. Наура. Ос. Ос. Май гедан варайе. Май ты. Ще. И пошли таты цуки туда, сюда дзёдан, потом сразу же санчини дзёдан, какуцу дзёдан, потом зенкуцу стали и также цукан и гэдан. Покатай? Быстренько, без объяснений, старайся делать правильно, чтобы по счетам не делать хорошо, потому что мы сейчас в декабре, в середине будет экзамен. Да. Вот. В середине, там, ближе к этому отсюда. Потому что подготавливаться к соревнованиям и катать технику, это разные как бы отрасли, и их совместить сложно. И то, и другое, это просто, просто комментарий тяжело. А тут еще и техника, то есть в два раза больше приходить в спортзал, когда тебе еще уроки надо, и отдыхать, это сложно. Поэтому как бы разделяется. Вот. Если будем начинающие бойца очень долго катать, то начинающие трое будут приходить раньше, и надо будет троем приходить, потому что одному никак. Уходить либо продолжать проживание со старшей, старшая девушка, потому что она ты тоже тянет. Так что старайся. И пошли в Мугурей в режиме марафона. Мало ты всегда на носочек, кстати, на носочек, на носочек. Обязательно скручивание резкое. Носочек скручивание, носочек скручивание. Потому что далее будет старший пояса куча всяких разных элементов, которые вот на этом завязаны. Мугурей, хорошо. Ос. 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 Ще. 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 Переход техника. Ос. Переход. Ос. Переход. Ос. Ще. Ос. 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 На две линии. На две линии. Раз. Ос. На две линии. Ос. Ос. Ще. Видел вчера заливал. Ос. Здесь со скамейки. Ос. Ос. Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. Да, я вам сказал, как учитать, я не понимаю. Ос. Ниже такой, ниже такой, ниже такой, низкая. Ос. Ос.
Ос! Ос! Че! Ос! 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 Че! Ос! 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 Че! Ос! Я сделал скамейку там. Ос! Ос! Че! Ос! 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 Че! Ос! 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 Че! Ос! 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 Че! Нужно перейти, сделать. Поворот, перейти, сделать. Под 45, это ты должна в следующей стоячке, под 45, относительно линии движения. Не на одну линию, а под 45, на следующей тренировочке поправим, хорошо? А потом, сегодня вторник, в среду мы там поправим. Сейчас, секундочку. А в четверг мы поправим это уже здесь. То есть у нас четверг будет с 7, так же, да, 8.30, а вы до 7. То есть ты, Алена, Коля. Ну, на ваш пояс. Хорошо? Там накатаемся, будет хорошо. Все получится. Да. Вот это блок сейчас тоже во всех стойках? Тоже во всех. Оно в следующем поясе присутствует, в этом нет. Вы сейчас готовитесь потом в том. И когда ты больше стоек делаешь, вперед-назад, как бы понимание у тебя становится не вот мозг, не только на свой пояс, а побольше. То есть багаж вот этот сверху, который, опа, такой, как рюкзак сознания, он будет больше, будет легче понимать вот многие вещи. Многие вещи будут легче понимать, потому что будет легче доходить к ним. Тут переход к кибодате, раз, и в дзинку сюда. И пошли дальше. Сейкен морота тюдан утиукэн. Сейкен тюдан утиукэ гэдэн варай. Первый. Обязательно. Вот прям задавливать. Второй. Раз, переход. Раз, переход. Прямо разрывать надо. Раз, и разорвать вот это движение. Мугуры во всех трех стоечках хаджим. Ос. Ос. Дай немножко прямая. Ос. Немножко прямая, кирюха. Че. Ос. Ос. Прямая, кирюха, нога прямая. Ос. Полностью сзади прямая. Че. Ос. 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 Че. Ос. 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 Че. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Если стоит пониже делать, то ос. Примало ты болтать не можешь. Ос. То есть будет ровненько стоять. Ще. Кириной. Ще. Дзюдон Майгер Тюсо. Ос. Ударная часть прям, ос. Прям напрягается. Ос. Прям напрягается. Ще. Ос. Прям напрягается. Ос. Представляешь, что делаешь башню. Ос. Ще. Ровненько. Ос. Ос. Сделали стали. Ще. Ос. Сделали стали. Ще. Ос. 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 Ще. Ос. Какую сюда идти так же? Ос. Вперед сразу же. Ос. Сразу же. Без вытягивания ноги на себя. Ос. Сделали, оба поставили. Поворот сделали. Ос. Ребят, какую состояние поворот сделали, поставили. Помните, у нас когда-то было, выдергивали, вот это вот все было как бы. Потом Александр Иванович сказал четко. Мы их сделали, поставили туда. Сразу же провалились, освобождение от захвата. Здесь то же самое, та же схема. То есть сделали и
стражи стали туда. Можно включить эту штуку? Можно. И следим, чтобы ширина была между правой части тетсуи, подушечки, которую бьете, ширина пояса, раз, и пяточка. То есть, чтобы шире не становилось. И чтобы центр тяжести, Кирюха, когда в капуцу стоишь, чтобы ты не стоял слишком на вот этой ноге, сюда. Вот он, центр тяжести. Ну, раз, сидел, не здесь, а больше сюда, больше влияния. То есть, на двух ножках. То есть, вперед, назад, плюс-минус 60-40, ну где-то вот там 60-40, то есть посередке, ну чуть-чуть назад, а влево-вправо 50 на 50, то есть еще вот сюда тоже, влево 50, вправо 50. То есть такой момент часто не замечают, и человек стоит в какую-то сюда, чем там, то вот так вот, больше на эту сторону, а это какой там туда, например, в сторону. Центр сюда сместили, то есть раз, раз. А пока? Ос. Наура. Ос. Такёку сону сам. Тебе еще сложнее сделать, ты подросток, ты растешь, у тебя лапки длинные, и ты будешься как бы. Вот это центральная нервная система, ну это природа, это все этот период проходит, особенно сталкивается с сильной текой, вот как Кирюха, он высокий. Ноги длинные, короче. Да ладно, ты там, у тебя узлом ноги запутались, помнишь? Мы лестницу делали, конус у тебя, там ноги бац, как и падал, короче. Что, забыл? Кому спасибо надо сказать? Виталий Геннадьевич. Вот, сколько он бился с этим. Красавчик. Футу дайте. Ос. Такёку сону сам. Могу ли, не спеша, отжимать. Ос, ос, ос. Освобождение. Ос, 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 ос. Сзади нога прямая, держи сюда. Ос, ос, щет. Ос, ос, ос. Капуцу дай помочь. Вот так, хорошо. Наура. Ос. Подсчет делаем. Ос, ос. Следующий счет. Ми. Шаг, переход. Ну, переход техники. Покатай. Такёку сону сам. Ей. Ич. Ос, ос. Мы сейчас для тебя делаем. Слушай внимательно. Они все вот сейчас ждут, пока вот ты получишь знания. Ни. Ос. Сам. Ос, ос. Не шевелимся прямо сами, прямо как бы. Фотография раз, и никто не шевелится. Ну, фотографию смотришь, и там кто-то шевелится, да? Нет, нет. Здесь тоже надо, чтобы вот сзади, прямо вот никак. Без вот этих, без всяких, там рукой вот так. Есть у нас спортсмены, которые рукой могут там смотреть на право. Ну, разрешение себе дали такое, вести себя так. Кто-то собранный стоит. Уважающие себя старшие пояса не будут так вальяжно, они будут туда раз, когда объяснение какое-то. И будут стоять, уважать себя в первую очередь. Ни. Ос. Ич. Ос. Ос. С бедрами красотка. Ич. Ос. Ни. Ос. С бедрами. Са. Ще. Ич. С бедрами ручками. Ос, ос. Ни. Узковатая стоечка. Ос. Пропусти там. Узковатая. Ич. Ос, ос. Ни. Ос. Этот замечу. Дайте сзади нога должна быть прямая. Вот, вот так вот. Когда ноги длинные болтаются, нужно ниже садиться, оно будет, ну, как бы, немножко получше, быстрее, лучше станет. Ич. Ос. И приседать побольше. Ни. Переходов. Ос. Сон. Ос. Сень. Ще. Ич. Ос. Ос. Слишком длинная, слишком длинная. Покороче. Если ты заступ делала этой ногой сюда и сделала длинную,
Опа, стало неудобно. Покороче, значит, эту нужно вернуть. Ошибка левой ноги, значит, ее возвращаешь, чтобы у тебя отложилось в голове, что это эта ошибка была. Прямо принципиально как бы записывать память себе в мышечную, как бы на полочке навесы, вот что вот, именно вот ей как бы. Оно лучше запомнится, и дальше не будет эта ошибка, присутствовать. Эч! Ос! Поворот стопы перед переходом в цинку сюда, в цинку сюда. Нить! Ос-ос! Здесь заступ мы делаем как? У нас на носочек становится, на носочек. И потом поворот идет, правильно? Ос. Если вот так вот ставить и поворачиваться, то как-то нечетко. У меня столько нечетко. Либо я привык так делать. Но вот надо на носочек. Раз, раз. Это то, что в начале тренировки я говорил, что если не научиться, это потом будет присутствовать. Это. Ич. Ос. Лауры. Ос. Будешь раздавать у нас на синий пояс? Молодец. Песенку споешь мне с синего пояса, когда придет сон-сан. На длинной дорожке один пропустила, ты сделала там три. То есть три раза же мы идем, да? И три сделала как бы, а там первый это поворот. Ос, и потом только два, три, четыре. Поняла? Я вспомнила, как мы с вами делали. Уроды кёпу? Да, вообще, можно поделать. Ради интереса, старшие карты такие вот простые. Ну, она не сложная, она на равновесие, на положение в стойке. Это то же самое, что ты в санчине становишься, и тебе нужно сделать переход. Маоте, маоте. Переход, маоте, маоте. То есть на баланс стойки влияет очень хорошо, потом просто взмыку сюда, это вообще изумительно ходить. Я помню, когда мы летом так... Мы сейчас тренируемся, не отвлекай я. Чего, а чего помнишь? То, что летом, когда мы очень много раз так катали, я уже стояла в ожидании. Ну, блин, я же тренер сборной. Женской сборной по хате Федерации выпускника Мурманской области. Вы входили в эту сборную. Вот мы катали. Ты будешь ходить в эту сборную? А кто знает? Ты знаешь, будет она ходить, как думаешь? Как думаешь, Кирюха, она будет ходить? А ты как думаешь, будет она ходить? Ты должна знать, будешь ты туда входить или нет. Нужно тебе это или нет. Хочешь ты этого или нет. Тебе надо решение принять, никто за тебя его не примет. Фу, давайте. Ос. 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 И вот сейчас мугуры, вот это все нужно будет сделать. Так, Кёпсон сам последний раз делаем. Ей. Мугуры. Ос. 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 Освобождение. Ос. 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 Только потом уже шаг, не вместе шаг. Ос, ос, ще. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Ос, 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 ще. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Вот еще питом бы сделать, раз еще одну голову. Если бы мы сначала начали бы делать, у тебя, скорее всего, из памяти всплыло бы то, что вот типа дайте как бы там под 45 начал всплывать, но оно подтягивает. Навры. Обязательно делается блок освобождения. И только потом вот сюда тебе переходишь в технику делаешь. А не так, что раз. И пошел вот это вот. Потому что тут у нас, если мы делаем не вот таким вот образом. И удар, то у нас получается ос, 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 а это нарушение ритмификата. Ос, 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 правильно? А это нарушение ритмификата. А там должно быть ос, 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 правильно? Ос. А если мы вместе с ударом делаем, как бы, да, то есть освобождение стража удара, у нас будет ос, ос, ос. Тоже плохо. Куда дадим? Ос. Майте! Щет! Конрапу. Твоя любимая. Тю.
едете в Сокол с этим диапазонтюдом назад прикрытие. То есть на прошлой тренировке там в спортзале, когда мы делали, ты ее не знал, я тебя научил, посмотрим, насколько она запомнилась. Потому что в следующий понедельник не приходишь по понедельникам, в школу не успеваешь. Объективная причина как бы. Вот. Пятницу делают, суббота, воскресенье, понедельник, три дня. Три дня. И пошли. Мугуры. Туда-сюда. Хаджима. Ос! 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 Молодец! Чеше! И плечи доворачивай больше. Ос! 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 Чеше! Нам придется вентилятор выключить. Вызывает? Болтает. Я думаю, что это от сквозняка. Не надо. Посчитаем. Ноги надо, ноги подкачать. Надо подкачаться, надо подкачаться. Я тоже это вспомнил. Да. Ноги. Тяжело вот так, понимаешь? Ты вот смотри, расслабь переднюю ногу, расслабь ее. Ну, встань как я вот так. Заднее внимание на ней, в центр тяжести. Попробуй бедро напрячь. Напрягается? Вместе с икрой? Или только бедро? А икру напряги без бедра. То есть подальше от тела. Я даже не понимаю, что у меня напрягается. Вот. Понятно, что эти мышцы, них надо работать. Надо бицепс, надо квадры, надо трицепсы качать. А я сейчас... Тяжело, потому что мышцы были обеспечены центральной нервной системой. То есть нейронной сетью. Тогда ими можно легче управлять. Для этого вот лесенки. Да. Когда бедро напрягается, нога вытягивается сразу. А когда экран, просто... А ты должна ее согнуто напрячь. Ты же ее напрягаешь, а не разгибаешь ее. Это разные движения. То есть ты должна управлять своим телом больше. Вот это все как бы футудайся. Ос. Ос. Майте! Ще! Один раз вперед. Раз. Ще! Они. Да. Пошли. Ич. Ос. Мы не успеем желтый покатать и синий с полосой. Желтый и зеленый. Тут подлиннее чуть-чуть стоечку сделай. Ниже сядь, будут меньше ноги болтаться. И если сейчас вот взять у нас палочку. То есть видишь, у тебя даже не на одной линии стоят, а не широко должно стоять. Расстояние между ногами должно быть. Как будто ты делаешь, и между у тебя между нос, здесь скамеечка, у тебя не так, даже не на одной, а вот так вот получилось. Вот оно, да? Пусть она лежит. Ручка перед собой, локоток. То есть кулак по центру, здесь у нас раз. Локоток закрывает селезенку. Печень и селезенку. Ну, когда стойку меняешь. Ней! Ос! Вас поставили. И подошли просто. Все встало. Сейчас делаешь левый замах туда. Раз. И на носочек. Раз. Ну, рукой, да. Возврат, прикрытие. Раз. Ос. Ич. Ос. Поменяла. Ней! Ос. Сан. Ос. Си. Вот таким вот образом. Молоты. Ще. И пошли вперед. Ич. Олдос. Ней. Войди. Ос. Сан. Ос. На носочек можно без подшагивать вперед передней ногой. То есть ты уже когда стояла, ты раз поставила, сделала майгири, сделала туда и потом отошла. То есть под шаг, один шаг под удар. Все. Ич. Ос. Назад, стой, подойдет сюда. Вот. И пошли дальше. Ич.
Нин. Нога полетела. Ос. Сан. Ос. Все вернулись назад. Мало ты? Ще. Ще. Я вдох. Раз. Раз. И муры пошли. Почет одно движение. Нога, рука сразу же. Возврат. Эч. Ос. 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 Нин. Ос. Ос. Вот сюда встань, пожалуйста. Посмотри. Камера не закрывает. Посмотри, чья техника присутствует. Ич. Ос. 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 У Егора. Кто так же делает? Во всей организации. Ич. Ос. 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 Маоте. Ще. И пошли. Ич. Ос. Ос. Не. Ос. Ос. Сан. Ос. Ос. Си. Ос. Ос. Молодцы. Ще. У кого присутствует такая техника? У Качанова. Да, у Анны Качанова. У некоторых спортсменов есть такая штука, что они присаживаются и ногу ставят сюда. То есть подтягивают сюда. А ты должна, как шарабок стояла, вперед подошла, подтянула вперед ножку. Говорит, не я сказал заметить. Я заметил, обратил внимание. Мне стоит напрягаться в этой ситуации, как думаешь? Да. Когда у тебя что-то появляется, мне стоит напрягаться? Ты знаешь, почему я напрягаюсь. Да? И пошли мукры, найди счет. Как же мы? Ос. 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 Молодец. Ще. Ос. 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 Ще. И нужно ее не задевать ногами. И хаджимай. Эч. Ос. 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 Ще. Ос. Ос. Теперь бей. Ос. Ос. Вот с этого выноси бей. Ос. Ос. Ще. Угуры, хаджимай. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. А то мы от одного избавимся, а другой приобретем, понимаешь? Как бы. Вроде того, что у тебя нож, но он тупой. Ты его взяла, заточила кирпичом. Он более-менее острый, но грязный. То есть мы от одного избавимся, но другой приобретем. Мукули на один счет, вперед, назад, два раза. Хаджим. Ос. 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 Ще. 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 Можно даже точно принадлежность как бы не клуба, только кому, с кем вместе человек. Возможно, ты тренировался, потому что ну, это может быть просто похоже. Не обязательно, чтобы вместе тренировались. Ты же не тренировалась с ними, да? Вот, оно может быть... Это не говорит о том, что
человек с ним тренировался, просто, ну, похожие ошибки, они сами по себе всплывают. Это то же самое, как у детей вот это появляется? Да, и никто это не показывал друг другу, но все делают. Вот такая штука. То есть, ну, тут главное, чтобы когда переходишь, не приседать как бы. Движение же ровненько, а, ну, когда, допустим, ты в гибодайке стоишь, помнишь принцип? Вперед, не приседая, сделал, а не вот так. Раз. То есть эта ошибка уже будет, то есть ровненько. Перешла туда, сделала, отошла. Не качение вверх вниз, как бы, ну, лишнее качание хорошо. Ладненько. Все будет хорошо, не переживай. У нас еще вот куча времени. Навра. Ос. Войти. Че? И второе, Коленратум. У нас Сота УК, Гайдан Барай, Герус. С шагом вперед. Ич, Самахра. И шагом вперед, шагом вперед, шагом. Ос. Сделали. Ос. Назад отошли. Ос. Ос. И снова назад отошли. Главное, чтобы не прыгать вверх-вниз. Ич. Ос. 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 Назад отошли. Сделали. Ни. Ос. 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 Молодец. Мауты. Ща! Ща погромче говорить, потому что если ты начинаешь так вот какие-то вещи игнорировать, допускать мысль, что это можно, то потом это за собой потащит и другие можно. Там, где нельзя было как бы. А ты лишь допустил это, знаешь, как, грубо говоря, раз украла, будешь дальше воровать всю жизнь. Как. Ну, так говорят, как-то, да? Один раз там опоздала куда-то, и можешь потом дальше опоздать. Ну, получиться может так, что. Сложила такую, ну, модель поведения, как бы, хорошо, вместе со всеми говори сегодня, что. И здесь мы мугуры, назад мугуры все время. Ос, 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 ще. То есть это руки-ноги длинные просто, а это преимущество, которое накладывает отпечаток в виде сложной координации, как бы сложную координацию делать. То есть это мы победим, не переживай, это не сложно, пару упражнений и все четко будет. Навры. Ос. И то же самое на отходе. Майте. Ще. И на отходе назад идем. Помнишь? Ич. Ос, ос, ос. Сзади на носочек, когда наносишь удар, сзади на носочек, вон там сзади. Ищ. И чтобы это движение было, оно ровненькое. Вперед, раз, нога вперед, нога вторая вперед, рука вперед, раз. И назад точно так же. Вышла оттуда. В узеньком коридорчике вперед. И вышла оттуда. Показай. Ос. Мукурой два раза ходу. Ос, ос, ос. Выкей. Ос, ос. Назад без смены стойки. Там только мало ты делается, мало ты делаешь. Все. И пошли. В этой же стойке до конца. Ос, ос, ос. На носочке. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Ос, на носочке. Все. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Yes. Ос, ос, ос. Ще. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Ще. Домашнее задание в Крокуцудате, когда становишься в Крокуцудате, да? Заступ. Раз. Повернулся, продиагностируй стоечку. Заступ. Продиагностируй, чтобы широко не было и узко не было. Хорошо? Вот, потому что у тебя получается, что ты делаешь заступ широко, поворачиваешь, и потом либо это, либо это продвигаешь. Как бы, делаешь как бы нужный размер. Широковато как бы. А либо не широко, а коротко поворачиваешь. И у тебя получается, что ты уже стала. В следующий раз точно так же, ну и не пошло больше, как бы ломается. Куда дать им? Ос. 8 часов. У нас
посидишь. Хорошо, посидим, уже 77-й прогоним. Во, можешь растяжечку поделать. Куда дать? Ос. Седьмой кому-то нужен? Нет. Шестой кому-то нужен? Молодец. Вот сейчас побыстрее соображаешь. То есть надо быстро занять место за столом, где больше еды наложено. Понимаешь? Ага. Вовремя не сидеть. Вот. Вот. Так молодец. У нас уже по порциям. Там не как хочешь. Там уже сколько наложились. Тогда другие как бы критерии. Другие критерии получаются. То есть надо сесть там, где ты подальше от входа, лицом к входу. Сзади стена, нет окон. Понимаешь? Там сквозняка меньше, там меньше людей будут ходить, которые будут каждый раз проходить, стакан палец сюда, либо что-то еще делать, там, брать стакан на тебя выливать, ну и чего угодно. Понимаешь? Ну, выгодную позицию занимать себя, да? Давайте мы с Кириллом поменяемся за их пояс, чтобы... Зачем? Вот так хорошо видно. Ладно. Кириллом будете подсказывать, и ты косячек будешь меньше. Фуду дайте. Ос. Верь, Сантиндатель. Ей. Так, что ты не забыл, тут у нас уракены. От количества приходящих, от количества их ошибок зависит как бы многое. Вот. Майте! Ще! И подсчет H. Ос. Ну, тут, если с технической точки зрения, скорее всего, как бы мы сделали раз. То есть начало такое же должно быть, как конец, да? Ич. Ни. Посмотрели, отошли, сделали, вернулись. Вот таким вот образом как бы. Или мы сделали так, как я раньше говорил, чтобы вы лучше запомнили. Сейчас вот так делаем. То есть сделали, раз. Сделали. Не посмотрели. Раз, можно с шагом вместе, чтобы освободить свой мозг от лишних движений. Чтобы на два счета, на один счет сделать, а не на два, там, на три, на восемь. Коленочки в стороны. Не прижимаем, то есть на расстоянии небольшом. Сон. Ос. Когда мы правой рукой сделали, подниси. У нас начинается сверху. Мы сделали, мы ее ставим снизу. Потому что следующий раз делается сверху. То есть она должна нижнее положение занять. И здесь нужно стоять, чтобы ручки не болтались, когда мы сделали, да? То есть мы стояли сверху. Вот они, мы стояли, да? Стояли. Как вот в маршрутке стоишь. Не можешь покупать билет, становись в маршрутку и делай там вот это упражнение. Раз, опа, здесь встал. Отошли. Сделал. Ваш билетик. Мой билетик. Возьмите билетик. Ваш билетик. Раз. Понял? И здесь локоточки в сторону, как бы учишься отвоевывать пространство, чтобы никто не прижимался. А то кто-то прижмется, сядет тебе на колено. И будет сидеть там. Иди, да? Локоточки в сторону, так, чтобы ты запомнил. Ходячий стул. Эч. Ос. Ос. Тут прямо вот из-за головы, то есть ударная часть. Прямо раз из-за головы, то есть ты в этот момент защищаешься, с этой стороны тебе все, что не прилетит, не достанет. Тут ты либо локтем, короче, потому что, к примеру, противник сократит дистанцию, ну мало, в поединке может такое быть, ты локтем ему сделаешь, да? И рука сверху полетит, как раз четко между его на стойке, там он между пролетит, хорошо, если ты его переносит сюда. Защищая себя, часть достоинства. Честь и достоинство. Пока что-то так. Лич. Раз. Ос. 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 Тут он такой маховый, то есть поставил. И ручка. Хри. То есть задача нанести этот удар отсюда. То есть ты подготовился, шарашил его и сзади ему забил сюда. Покатать. Ос. Либо здесь бок. Ему как. Ну, можно траекторию в случае, там, допустим, не. Когда стоишь, да, в поединке, либо там защищаешься честь достоинства, как бы ты можешь по-разному стоять, да? Ты можешь сместиться, то есть не обязательно сзади в поединке. Но здесь будет требовать, чтобы траектория была по большому кругу, кисть на себя, и здесь где-то два кулачка.
Вот. А по уровню это где? Переносится. Переносится, район переносится. И кулачок должен быть ровненько по центру. Вот эти три костяшки, они должны быть по центру. Раз. Раз, ровно по центру. Так. Самое плохое, то, что тут открытая кисть. Самое плохое, когда мы не тренируемся разговаривать. На чаепите ты не такая разговорчивая, потому что ты там занято кушаешь. А здесь ты отвлекаешься. Надо ей кушать носить. Нет. Кляп. О, там уже ее отвлекают. Надо ей кляп. Нож. Нож. А ее видно там. Кстати, этот нож был у них. Это прям лучшая мотивация. Ну, потом посмотришь. Ну, дети есть дети, дети они всегда есть. Так, все это видно? Надеюсь, видно. И пошли. Глаза. Ос! Локоток у тебя пошел сбоку. То есть ты когда делал, у тебя он сбоку. Делай как удар спереди, да? Раз. Вкручивай туда локоть снизу, прям трется. Трется раз. И здесь только вкрутил. И здесь то же самое. Неважно, ты с цуки возвращаешься, то есть положение этой руки. Поставил точно так же. Раз. 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 Вот это, то есть локоток снизу делай его, снизу. Ней! Ос! Второе горло, то есть если мы первый сделали глаза, второй, исходя из положения руки, явно не глаза. Хотя тут, если как подумать, первым мы его били, не попали, короче, но один повредили глаз, да? Вот этот. Второй, он был растерянный, он такой весь, я без глаза остался, и мы тогда ему всю руку туда, короче, тогда она влезет. Но, скорее всего, нет, поэтому второй, то есть мы глаза, второй горло, третий. Эч. Ос. Ней. Ос. Сон. Ос. Си. Ос. Гы. Ос. Ры. Ос. Си. Ос. Хы. Стали и все, стали. Если счет услышали, стали просто и все, и стоим там. Мугурей. Хаджима. Ос. 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 Ще. Хаджима. Ос. 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 С бедрами.
бедрами, с бедрами. Мугуры, хаджимы. Ос, 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 ос. Готовились. Так. Майты! Ща! И подсчет. Каждое движение два раза. Ич. Ос. Ос. С плечами делается? Да. Ос. Поэтому нужно с плечами прям. Чтобы ярко выражено, чтобы ты делал ярко выражено с плечами. Без вставания, без подпрыгивания. То есть тут твое движение сейчас тело, корпуса, поворот и выпрямление руки. Раз, то есть раз сюда, раз встал, перешел сверху, раз поставил, раз, остальное не двигается, коленки не двигаются, стопы не подкручиваются как удобно, кулак не двигается, локоть не двигается, плечо не поднимается, макушка, ну либо вот здесь вот, между плеч, там такой вот косточка, да, вот центр такой, он тоже может немножко, чтобы, то есть можно качнуть немножко. Но не более того. Не. Ос. Ос. Сам. Ос. Ос. И вниз сразу же. Не так, чтобы ты поставил сюда, а потом раз такой, я понял, что косяк, но я больше. Ты уже увидел. Ты знаешь, что у инструктора, экзаменатора в секунду он видит больше, чем 240 кадров. Камера. Он увидит все равно то, что ты вот это. Даже если он так мелько проходил, он увидит. Он... Потому что это отходит от нормы. Если тренируются доктора, они все это видят сразу же. Все видно сразу же. Да, там. КПС, короче, елки-палки. Не 90, там не в 4К, а там в профессиональном формате. X, A, V, K, пробел S. Вот. Там 10-й класс скорости, короче, нужно, чтобы записать этот, ну, поток большой, как информации. Понимаешь? Вот так вот. Эч. Ос. Ос. Не. Ос. Ос. Тут движение руки, траектория нанесения удара не сбоку, а в затылок, то есть. Тэм, вот это движение. То есть тебе нужно вынести руку туда, и сделать задний затылок человеку, который здесь стоит перед тобой. Хай. Поэтому кисть вот так вот надо отдохнуть. Эч. Ос. Ос. Локоть сбоку летит снова. Мы тогда обсуждали с тобой, но ты это самое. Мы, наверное, где-то сделаем коридор узкий. Поставим туда тебя, две фанеры над коленом, чтобы стойки стояло.
и может пить там, чтобы это узненько. Пик. Ич. Ос. Ос. У меня рука не работает. Чтобы две руки работали. Так, что мы? Дзёдом. Чтобы дзёдом ты делал. Второй рукой назад. Раз. Раз. Здесь. Раз. Поставил. Раз. Здесь. Поставил. Раз. Поставил. Раз. Покатай. Вот. И чтобы здесь она по прямой шла. И одна точка окончания движения твоего здесь, вторая здесь. Они должны совпасть в конце. Одинаково рвануть в разные стороны. Как будто ты утром встал, пришел, а твой завтрак твой брат съел. И ты такой, порву! Понял, такой, разрываешь как будто что-то, понимаешь? Вот, такое, намерение такое явное. Хорошо? Ич. Ос. Ос. Горизонтально, то есть линия движения руки твоей должна горизонтально идти. Раз, как по уровню. Раз. Но не вниз как бы. Ич. Ос. Ос. Сам. Ос. Ос. Сей. Ос. Ос. Good. Ос. Ос. Рек. Ос. Ос. Сей. Ос. Ос. Ножкой кашу мы ее поднимаем, наносим удар, дергаем тюдом, ставим тюдом левой ногой, раз, отсюда, то есть подняли, сделали, выдернули, поставили, консерву делали, сделали, сверху вниз надавили, выдернули, поставили, через туда сюда, покатаем, ос, еще раз одни ножки сделаем, печь, ос, ос. Прям сбоку надо вваливать, то есть поднял ногу, сбоку сделал, раз, поставил. Прям вот ты знаешь, как делать? То есть, чтобы у тебя движение сбоку было, раз, ввалил туда, бац, такое как бы, выдерни или сюда поставь. Выдерни, поставь сюда. Здесь сделал, чан, поставь сюда. Сделал, прям поставь, здесь, чан, поставь сюда. Такое, как ограничивающее движение немножко. Оно поможет, ну, движение как бы запомнить и чтобы оно дальше пошло. Еще раз ухаджимы. Ос! Ос! На втором сделал. Не, мы так долго будем ос, делать. Ос! Ос! Сон! Ос! Ос! Сей! Ос! Ос! Ше! Науре! Моя деда на бара, ей. Камайте. Ше. Уракен, семен, гамен, ути. Во всех трех стойках. Мугуры и хаджмы. Ос. Ос. Нога прямая сзади. Ос. Ше. Заступ на носочек, строго ос. На носок. Заступ. Ос. Ос. Ше. Ос, 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 ще, ос, 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 ще, ос, 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 ще, ос, 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 ще. И дымку сюда, кулакен ставим гамануть. Ос. По команде делаем. Ос. Когда бьешь, локоть на месте стоит. Ос. В сторону удара, когда ты наносишь удар, смотреть надо. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Руки разошлись, смотри, как у тебя сейчас. Вот. Держи все время жестко,
положение четкое, чтобы левый и правый локоть были ровненько горизонтальными. Чтобы после твоего перехода, да, они у тебя ровненько были. Они сейчас ровненько, у тебя локоть, и кулаки тоже ровненько должны быть, горизонтальными. Макатай. Макен Хидзаури. Эч, сразу же переходим, вы подсыпаете, делай. Смотрим в сторону нанесения удара. Пока сзади прямая полностью. Пока прямая сзади полностью. Ще. Ще. Ручки ровненько, они болтаются, Это... Тихонкаты еще следует. 10, 9, 8, когда бьете, они как у... Маленькие такие. Ще. Ну все не мощные глазами. А то с гантельками будешь делать. Ще. Кстати, вот он. Полевочек. Ще. С гантельками. Хорошо? После этого Брокен Гамен Роси Ути. Ич. Ос. А мы тут делаем удар? Ос. Тут название Роси Ути. А Роси это сверху вниз. Надо делать то, что мы делаем. Назад вернулись. Потому что инструктор может сказать так, как положено. Он по книжке тоже может запомнить и сделать так. Надо быть готовым, чтобы порядок последовательность действий была как бы та, которая требует инструктор. Уракен Гамы на Роси Ути. Макатан? Ос. Приготовились. Мугурей Хаджима. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 И так, чтобы ничего не отрезало полностью. Ос. 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 Через голову, через верх. Ще. Раз. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Вот теперь у нас Уракен Навай Синути. Макатан. Ос. Мугурей Хаджимай. Ос. По кругу. Ос. Раз. Ос. Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. Ос. Центр тяжести больше не на задней ноге, а посередке. Ос. Двумя руками. Раз, локтем назад дергаем. Можешь сильнее, прямо разворачиваешь. Ще. Во, вот сейчас четко было. Когда ты локоть назад дергаешь, то есть получается у тебя поворачивается весь корпус. Вот, а, да? Ос. Это мы сейчас обсуждали. Еще раз она находится, короче. Это смотрит. Пошла смочь. Так, далее. Далее мы что делаем? Нихону теперь. Макота. Эч. Ос. Перешли. Ос. 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 Где? Ос. 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 Не до вашего кончика дойдем-то. Ос. Он уже не успевает. Ос. Ос. На носок сзади. На носок сзади. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. Чего ждем? Ос. 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 Ще. Пропустил. Ос. Прошади. Ос. Не догоняй бешено быстро. Ще. Маленький. Ос. 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 Горло. Ще. Горло. Ос. Пониже, Егор. Ос. Пониже. Чуть пониже. Ос. Горло. Ще. То есть это ниже подбородка, а не ниже плеч. Ос. Ос. Ще. Ос. Примало ты по голове не попади. Ос.
Ще. Ос. Ос. Одновременно руками. Двумя руками. Ще. Ос. 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 Ще. Я помню, где ты перешли другую сюда, тебе вертикально ладошку. Ос. Ос. Ще. Мало ты без закона корпуса. Ос. Ос. Наказывай, не принимай ладошку, думай, видно, что... Ос. Молодец. Ос. Ос. Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. На следующей тренировочке засекем секундомер, сколько занимает. Будем откладывать времечко этого и где-то вот... Желтого как бы начинаю вместе с Асюхой марафонить, короче. Когда Рина с тобой марафонила вместе, чтобы так, чтобы вот прям аж пятки горели. На уры. Ос. И пошли блоки. Секен, зю, дзю, кэ. Дзюдо и гэдэ. Поката по той же схеме. Май гэдэ мара ёй. Май ты. Ще. Ну и зачем ты это сделал? А зачем ты вставал в это, тут вот это? Не вставай туда, где тут вот это. Хорошо? Егор, чуть вперед и в эту сторону. Да. Тебе место освобождают, а ты тут прыгаешь это самое. Себе место. Соберись, не делай ничего лишнего, как позиция ленивого кота. Не нужно, не делай. Хорошо? Если не нужно какой-то технический элемент делать, не делай, не напрягай эмоции. Забри, отдыхай. Трать как можно меньше энергии, как телефон. Яркость поменьше, громкость поменьше, Wi-Fi поиск выключил, сеть выключил и все. Ну, чтобы он дольше прожил. Ты должен дольше прожить, не делай ничего лишнего. И пошли. Дёдан. Эч. Занял. Вот здесь всегда правильно. То есть та нога, которая... Та же схема. Это не в твоем поясе тоже будет. То есть та нога, которая спереди, рука здесь снизу. Она в любом движении, она снизу. То есть когда мы... Делаем, то есть она снизу, ну, подходит под этой самой такой. Эч, есть исключение, правда. Ос. Сад. Ос. Молоты. Ще. Угры каждому два раза. Ос. Это первое. Ос. Ос. Я вытаскиваю себя вперед, чтобы ты вытолкнула, она прямая была. Ос. 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 Ты застрахован, да? Ос. 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 Ще. Только если сломать, она прямая будет, как бы. Правда, переходить стойки сложно. Но зато как бы... Вот так вот. Плюс. Да, ты будешь подсечки делать одной ногой, короче. Гэдэн, пошли. Так. В капусту все сделали? Все ничего не сделали? Нет. А чего ждете? Ждете ты, чувак? Ос. Задача поставлена. Ос. Что делать? Ос. Ще. Ос. 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 Егор. Ще. Ты когда переходишь в стойки, сейчас такая вот рука. Правая. То есть ты обратно шел не менял. Сначала ему показалось. Перешел в стоечки. Сделал. Передняя, она снизу. Перешел. Сделал. Она снизу. Перешел. Сделал, она снизу, заставил, сделал, обманул, и снизу ее покатай, вот таким вот образом, задевала? Просто если задеть, дети иногда бегают тогда, да? Раз, задел, ну они же дети, они ничего, надо бегать им. Хорошо. Ос. 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 То же самое, там ос. Спереди, то есть вот так. Ос. Неправильно. Ос. Неправильно. Ос. Вот сейчас. Ще. Кто-то спереди, да, снизу. Снизу. Только голова. Ос. 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 Ще. Тут где-то делайте. Ос. Прибавка. Ос. Ос. Без напряга. Ос. Ос. Ножки согни. Ос. У тебя стопы как не качают. Ой, мразь седай. Ос. 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 Ще. Ос. Ос. Ос.
Шеф! Ос! Вперед, смотри! Ос! Далеко вперед! Ос! Шеф! Читали «Алые паруса»? Нет. Да. Читал? Да. Ос. Это обрыв. А там море. Вот там видишь море, там море. Там корабль. А ты особенно, который ждет этот корабль. Смотри вперед. Не под ноги, ладно? Вперед. Да, хорошо? Ладно? Хорошо. Еще раз. Какую сюда идти? Ос. 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 А у тебя скала большая? Ос. Ты сверху смотришь? Вперед, шеф. Смотри. Ос. Вперед, смотри. Вот так вот. Да. Ос. Ос. Шеф. Вот. Получше. Наура. Ос. Ты куда вышел в стойке? Назад. А ты куда? Вперед. Почему? Потому что в Зенкутсу дайте мы выходили назад, и надо обратно вперед. Ты сейчас в какой стойке выходил? В какую сюда? Куда надо из Какунсу дайте выйти? Назад. А то, что там когда? Понял логику, да? Тут еще логику понять надо. Будешь понимать логику, некоторые вещи будешь делать, ну, вот хорошо. Они сами будут к тебе приходить, сверху нос, как положено. Сейчас как бы кризис в стране, да? И мы это, готовимся бюджет поднимать, короче. На вокзал пойдем. Напёрся. Шутка. Шутка. Это так, немножко разрядить вам атмосферу. Так, следовательно, что у нас дальше? Деда Мава Сибири, Хайсо Кутюсо, Кутюсо Сибири, Сапуто, Кюна Дульбагери, Сапуто. Махата? Ос. И вот надо быстренько еще все прогнать. 7 минут назад, 7 минут вчера. То есть до половины делаем там, короче, понял, да? Майк, это отбора, есть? Майте! Ше! Исходя из того, что в Санчине в Какуцу не будут делать, но чтобы поделать, мы проходим этот Кукуцу дайте. Но долго и нужно. Хорошо? Ос. И пошли. Эч. Переной ей. Ще. Почет. Эч. Ос. Сделал ногой. Помнишь, мы беседовали? Лоу-кик. Садил. Видимо, поставь сюда. Хорошо? Ну, через некая седайте, то есть сделал и потом сюда провалился. Потому что где-то ката, когда будут у нас, да, пас, то есть надо выдергиваться. Бедра, не кайся, уже готовь эту как бы связочку, это, ну, такой шаблончик поведения, он где-то в катах будет присутствовать, и в этих и в старших. Не! Ос! Тут он, удар должен быть не как бы не вперед таким, а сбоку, шахан просит сбоку. Раз, раз, раз. Просит он так не потому, что он сам лично захотел, потому что Танюшки попросил у него. Он попросил у всех нас. Вот и все, вот тебе цепочка логичная. На сборах перед кубком губернатора Мурманской области сборы были, вот он там говорил, что сбоку надо, Александр Иванович. И пошли, не ковыряйся в носу. Ты это докажи потом там, вот люди все видели. Все записано. Все ходы записаны. Эч. Ос. По центру, у тебя нога не долетает, ты бьешь немножко по 45, по центру прямо раз. И потом не кайся. Мало ты. Ще. Эч. Ос. По центру бей, чтобы ударная часть голени у тебя улетала по центру туда. Не. Ос. Сон. Ос. Танцуют все. Аксель исполнила интересный танец. Флешмоб. Молодцы. Че? А что у тебя с рукой такая? Делай тайстель, короче, еленой ей. Такая. Раз. Рок-н-ролл. Рука такая, короче. У нас все хорошо. Yeah. У нас все здорово. Пальцы сломаны. Да? Ну, сейчас проверим. Сейчас у тебя техника начнется. Пока. Мы были туда-сюда, быстро кепи, лоу-кик, туда хайсок, обратно тюсок. Ос, да? Ос. Хаджин. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще.
Техника кончилась, тогда ты стала девушкой. Сейчас ты не девушка. Ты в первую очередь боец, а потом уже девушка. Поняла? То есть после тренировки. Здесь ты спортсмен, который выполняет четкие определенные элементы. Концепцию гель. Какая? Ос. Подсчет. H. Ос. Концепцию гели делается в колено. Нога поднимается сверху, опускается, выдергивается, ставится. Подсчет. Тонкий намек, что мы сейчас на 59 счетов будем делать каждый удар. А в конце, когда нужно ногу там ставить, мы будем долго-долго примерно минуту держать, а то и две. И сразу хорошо делаем. H. Ос. Там еще написано сокутон. То есть большой на себя, а все остальные вниз. Ударная часть вот эта. Подей вот эти места в пол. Подей. Вот. У тебя смотри как. Вот. У тебя траектория ноги идет. Я гипертрофированно покажу. Раз. Вот сюда вот так. В сторону. А тебе нужно сверху вертикально вниз. Поближе могу поставить, вот вертикально вниз на ней. Поближе к ноге ко второй поставь. Вверх поднял и вниз опустил. Вот это место напрягай. Хорошо? H. Ос. Не, прям поднял сверху, ща, вытянул туда. Сон. Ос. Провалился. Да? Ос. Мало. На носочек. Ща. На носочек. Заступ и резкий поворот бедер. H. Ос. Не. Ос. Смотри, у тебя в конце нога, когда ты делаешь, она вот таким вот образом, то есть тянется туда, она берет на себя, и вот это, ну, тут можешь полностью все вверх с пальцами сделать, если так не получается, это может не будет замечания. Но здесь должно быть 90 градусов, а у тебя было вот так. Ну, то есть, тупой угол, да? Правильно? Тупой? Да. Вот так вот. Ключевое слово какое? Тупой. Будь правильным углом. Хаджимай. Оши. Мало ты. Все. И подсчет. Пич подняли, никак себя не стали. Раз. Коленку выше, еще выше, выше, выше. Здесь тебе нужно сломать на показатель. Короче, смотри, мы сейчас на показатель выступления. Так, Алена? Ой, Аня. Сначала лопу включаешь, короче, в розетку. Раз. Молодец. И выключи два выключателя. Два выключила. Мы сейчас на показатели поступления. Тебе нужно будет сломать вот эту палку. Но так, чтобы она не сломалась. Выше подними ножку. Ножку выше. Здесь выше, 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 вот так вот. Держи. Стоп, стопу сюда. И вот с этого положения. Держи, я тебя сейчас отпущу. Тебе нужно сверху вниз сделать туда, но не подни ее, даже она 500 рублей стоит, сантиметров. Сделал и задержись там. Сделал, задержись в конце. Видишь, каким местом ты делаешь? А тебе нужно пяточкой сделать. Потому что если ты сделаешь вот этим местом, как ты делал, да, подними ножку. Если ты этим сделаешь и удар, видишь, у тебя какой, то есть раз, и у тебя ты растяжение получишь где-то. Тебе нужно раз ногу и вот так вот. Понял? Вот этим местом сделал, выдернул сюда и поставил. Покатай. Ос. Вот этим вот образом. Никак иначе. Эч. Подняли выше. Выключаем праздник. Не! Ос! Вот! Видишь, как у тебя нога? Замри, я сейчас тебя сфотографирую. Замри, ну что? Нет, я сфотографирую. На память. Прикинь, она должна быть. Пальцы вот сюда же вверх. Ты пальцами ударяешь. Понимаешь? Я 100% говорю то, что вот в этой ситуации как бы... Минус пальцы. Не получится. Понимаешь? Выдергиваешь назад ее,
Поставили. Эч, последний раз. Не. Ос. Руки собери. Ты сейчас пальцы на себя потяни, потяни пальцы на себя. Ты это, если что, знаешь чего? Смотри, есть выход. Вот здесь вот можно веревку раз, штаны туда, короче. Здесь прорезь как бы, да, ты делаешь такой. Ха! Потянул. Раз, 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 раз. Знаешь, как это? Марионетка. Да, чтобы это тянуть на себя как бы. Сам. Молоты. И в конец. Мурой каждый. Ос. 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 Ще. Ниже стойку, заступ на носок. И тогда при быстром повороте центр тяжести ты не будешь наклон еще делать. Тебя болтать в конце не будет. То есть дома поделай, просто ставим стоечку, ручки сюда поставил, заступ раз, без наклона. Сейчас наклон будет. Заступ раз. Раз. Покатай. Шажок вперед. 10 раз малкой. Шажок вперед. 10 раз малкой. Понял смысл? На уровень. Айсель Сахбатовна, вы на какой сдавать хотите? Четвертый. Вы уверены, что он вам нужен? Ос. Да. Слушай, я не могу найти его. Ну. Давайте сейчас похлопаем. Вот посмотри, что. Должна его знать, вспоминай. Я разработку не знаю. Ты сейчас сказал это на видео, что там вечером посмотрит и скажет. Так. Нет. Нету. А а? 5, 8, 7, 6, 5. Я себе стырил, короче. Домой, блин. На кол. А кому он еще нужен? Он ей нужен? Тебе нужен он? В будущем, да. Ну, сейчас-то не нужен. Сейчас попался и на свой не стал, так что он тебе не нужен будет. Следовательно. Ты на какой будешь сдавать? Самый-самый первый муравьишка, который встает на рассвете, как я. Я тоже не сплю. Фуду дать. Ос. Ос. Майги на Марией. Вы будете тоже? Ос. Будешь? Так, санчин выходим. Хаджимы. Санчин вышли. Ще. Пипон ката. Четвертый. Тю. Подсчет. Ич. Ос. Жесткое положение. Пальчики вместе. И здесь тоже. Они не должны расходиться. Куда он не должен влазить. Они должны вместе быть. В поединке будешь, короче, с противником когда-нибудь делать свой замах вот этот, да? Пальцы растопыришь, короче, такая, вот сюда повернись, так, раз. Получится у тебя, что ты к нему хочешь и ему сделать. То есть отойдешь туда, замах будешь делать, и палец себе сломаешь, короче, поняла? Вот не делай так, ладно? Пальцы должны вместе, то есть раз, как одно оружие. Ос, спасибо большое. Ней! Ос! И траектория прям должна твоего удара гомонуть, да, она должна быть прямо так вот, прямо ровненько. Ровненько. Еще раз замах сделай. Раз. И пошла. Хоп. Опусти на нее, короче. Ну туда замах сделай. Раз. Ровненько. Поняла смысл? Здесь вот то же самое, когда ты делала, да? Еще раз сделай сверху. Другой. Предыдущий. Предыдущий. Раз. Еще раз вот туда. Раз. И здесь вот над головой коснись ее. Раз. И вот эти места. Ты наносил удар вот эти места. А надо вот этой частью коснуться. Угу. Давай еще разок. Где ты коснулась? В какой части ее? Не рукой, а. Линейки наши. Здесь. Нет, ты
сама сделала. И сверху. Ага. Еще раз. Вот он сверху. И нет. Сам. Вот он. По прямой здесь он должен идти у нас. Вот так вот. Ровненько. H. И потом, да. Потому что если у тебя будет она лететь, рука здесь, вот по такой траектории и в конце поворачиваться, то все направление у тебя удара, держи вот так, оп, все направление твоего удара будет вниз туда. Вчера меня переводил машина. Едешь ты, короче, развернулся на асфальте, а на льду ты туда прыгаешь. То есть вся крутанет, короче. И здесь вот, когда ты сверху вниз делаешь и только поворачиваешь, то есть у тебя движение сверху вниз здесь, а тебе нужно его раз и сбоку уловить. Представь, что ты камешевание делаешь. Ас. Вот, такая вот штука. Хорошо? Ас. Эч. Ос. 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 Си. Ос. Гю. Ос. Ре. Ос. Си. Ос. Ос. Хе. Ос. Тут если спереди посмотри, давай ставим вместе. То есть здесь раз. И здесь ты должна первая. Вот это должно быть на одном расстоянии от тебя. Раз. И вот эта часть, как и вот эта, да? Не вот так вот, а ровненько. Ровненько. Раз. Здесь ты должна захватить удар. Прямо вот обхвати так. Раз. Отпускай, не уходи. А здесь лицо. Так что видно будет. То есть поздно начало. Вот здесь вот начать надо. То есть здесь должна удар, здесь вот этот захватить здесь, а здесь вот этот. То есть вышку сюда, раз. И вот отсюда ведешь. Раз. Смотри, каким тенецом блокируешь этот удар. Иди. Раз. А ты должна блокировать здесь шутор. Шутор. Раз. Вот эти. Нет, вот эти шутор. Шутор, шутор. Раз. Вот здесь вот уже. По центру, то есть если ты, ну, линия атаки твоя, да, кончилась, раз, так только ты за нее заходишь, тут уже можно выкрутить ее, подключить, хорошо? Ага. То есть обязательно надо, чтобы тут чуть-чуть такое ускорение, захватить, вот это захватить, раз, прошло, и вот линию атаки, то есть здесь ты уже никогда не будешь, ну, в принципе, работать, как бы, да, раз, повернулась сюда, раз, здесь. Расстояние от себя на том, каким образом всего блока, локоть ты упираешь здесь, да? То есть локоть уперла, запомнила вот это положение. И вот все вот это должно на этом расстоянии от тебя. От тебя. То есть на этом расстоянии. И тут прямо. И пошла, да, тоже вертикально здесь. Раз, два, вертикально. Чтобы вот поставили. Хоп, вертикально. Покатай. Эч. Это еще не помню, что надо делать. Ос. Не. Ос. Сан. Ос. Си. Ос. Все то, все это мути-ути. Ос. Эч. Ос. Двумя ручками. Ос. Звезда мужская. Ос. 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 Сотка. Ос. Ос. И здесь. Только после этого как бы у тебя пошли. Раз. Ноги еще. Запомнила? Раз. То есть сверху с проносом. С проносом. Прямой. С проносом. Покатаем. Раз. Поставила. Сделала. Сверху.
сделала. Сделала. С плечами здесь, чтобы кисть не отгибалась, то есть она ровненькая здесь. Сотовкой сделала. Где-то макота. Раз. Ос, продолжай. Дальше вот это как надо делать 10 раз. Макота, а потом растяжечку. Как же надо сейчас? Сейчас я подожду. Можно методичку взять? Александр Иванович, сборник. Поставила, сделала.
поставила с проносом. Здесь, да, должно от центральной линии, то есть удар, который наносится, он должен уйти. Его достаточно, ну, по центральной линии, просто чтобы где-то до такого уровня. Раз. И этот барак с высокого уровня сделала, поставила ровненько, чтобы по центру здесь было, пар защищала. То есть здесь ты защищаешь пар, оттуда и оттуда тебе. И здесь то же самое. Такое вот. То есть вот. То есть жестко. То есть здесь в этом направлении, то есть ты должна противодействовать здесь в этом. То есть так, у нас раззамах. То есть это сюда вперед, а это сюда. И противодействие, пальцы не раскидывать. И с блоком. Шесть! Ровненько. И смотреть вперед. Навры. Алова. Сейза. Сейза. Спокойно, дальше, спокойно, дальше. Александр Иванович, я перезвоню сейчас, ну, пока тренировка качается. Хорошо? Хорошо, спокойно. Ну, так, ну, такая штука, да? Такие дела. Как себя чувствуете? Отлично. У меня всю тренировку была, я играла музыку с точки на точки, с точки на точки, шея, а шаг. А у меня учат в школе, учат в школе, учат в школе. Я становлюсь, короче, показать тебе, я так, какая, ну, такая, путается, короче. Мне нужно так встать, чтобы четко сразу врубиться, какая рука, какой, ну, есть бедра, нет. А я становлюсь здесь, у меня в голове учат в школе, учат в школе, учат в школе. Буквы разные есть писать. Не, Лайсер. Я сюда ехал, я сюда руку песню надевал. А пока мы не разговаривали, я сюда руку песню надевал. Это последняя песня, которую наш ролик детей маленьких собрал, сегодня домонтирую, залью. Хороший ролик такой. Я видела видео, которое вы выложили. Опять тренер придумал какую-то фигню. Ну это ты стоишь тут такая. Стоишь, угадайте, как бы. Так, все назад, какая у вас такая? Такой, кроме цели такая. Да! Блин! А сядь тут такая и такой, это мысли твои вслух были. Опять тренер какую-то фигню придумал такая, знаешь, это стоишь как бы. Нет, когда учитель, все свободны, а если останься. А ваш учитель, я попрошу остаться. Да. Можно? Можно. С точки на точку, с точки на точку. Шире шаг, шире шаг. Два зенкутсу, два санчин, да? Да. Вот что эта музыка обозначает. С точки на точку, шире шаг. Вот такие дела. Они лучше. Я шагаю по моей косусе. Они лучше. С точки на точку. Максон. Сказал мне, что хочешь быть кем-то, и я научу тебя, как быть настоящим воином.